Вот так вот я свои пасочки уже достала только что с духовки. Такие вот они гусенькие. Теперь они полностью должны остыть. И потом буду делать им шапочку. Шапочку первый раз буду делать. Хочу во всяком случае попробовать на желатине. Никогда не делала. Обычно всегда делала этот белок. Вот. Тут у меня уже котлетки сейчас делаю, потому что завтра праздник, а завтра, то есть сегодня тоже надо есть, так что будут еще котлеты. Так, вот такую я купила краску, красить яйца, но краска вроде бы красивая, вот смотрите, такая, видите, перламутровая, должна быть, в общем, красивая, но у меня минус. Я нигде вчера не смогла найти белые яйца. Вообще здесь, ну, не во всех магазинах, в общем. Я не говорю, что это дефицит, но бывает такое, что сложно купить, во всяком случае, возле моего дома. Вот, так что попробую сначала идти на желтые, как оно получится. Если не получится, тогда, по-моему, у меня есть еще наклейки. Тогда затяну наклеечками. Красунечки какие у меня получились. Купила такую красивую краску для яиц. Такая перламутровая. Блин, и на желтые яйца она не берется. Видите, такой красивый перламутровый цвет, но не то, она должны быть такие яркие. В общем, тогда я переключилась, начала делать пленку. В общем, все через одно место. Тут у меня погром. Вот. И тут у меня остались эти красный цвет, я растопила, и синий. Ну, уже не буду портить, потому что тем более синий на желтый вообще не ляжет. Вот. Оставлю на следующий год. Красивая краска. Все. Тут у меня начистила. В общем, шуршу, занимаюсь делами. Тут уже котлетки пожарила. В общем, хозяюшка. Так, начала вот украшать свои пасочки. И, кстати, вот ребята, кто делает шапочки, да, из желатина, я в этом году, правда, первый раз делаю. Вот мне хватило одной порции, получается, из того, что говорят, да, на 100 грамм сахарной пудры, вот только на 6 пасочек. А 2 пасочки остались голёхонькие, вот. Пусто, придется сейчас добавлять. Я, правда, так смачно, я хотела, чтобы потеки были вот такие побольше. Вот, но все равно вот с этой помазкой, да, лучше, красивее, то есть потеки такие, чем с белка. Да. Так что вот такая у меня красота. Продолжаем дальше. Фух, добрый вечер, вас приветствует нафталиновая женщина. Да, только вот покрасилась еще, видите, голова мокрая. Но это уже старость, девчонки, это уже старость. Вот как только у женщины волосы сиреневого цвета, значит, вот он, запах нафталина. Ой, нельзя и работать на кухне, и красить волосы. Немножко передержала. Он, конечно, смоется на следующий, через одно мытье будет вообще красивый, но надо. Ну ничего, 5 минут позора. И все хорошо. И сегодня, девчонки, целый день на кухне. Вот целый день. В принципе,
есть, так скажем так, особо и нечего, но вчера пекла эти рулеты, сегодня пекла пасочки, в общем, и вот так вот сейчас сделаю отчет о проделанной работе. Что это? Что я такого вам наделала? Я сварила узвар. Мамулечка мне ж передавала эти сушку. Котлеты пожарила. Вчера у меня еще немножко мяса тоже было. Сделала колечко колбаски. И это, мне надо, ребята, готовить еду вот за полчаса до поставить на стол. Все, потому что эти коршуны, блин, вот, нарезала крабовые палочки, такое все это совсем немножко. Вот, завтра будут ноги. Самое главное то, что очень хотели мы, это бомбомы, такие вот два небольших судочка холодца. Вот. Сейчас покажу вам, какие у меня получились пасочки. Сейчас. Нажмите пока на паузу, у вас так орёт. Так, сейчас буду хвастаться. Сейчас. Я не показываю его рождественское. Мальчишки мои валяются. Два тунеядца. Пошел, Надя, тунеядца. Мы сегодня делали генеральную уборку. Да, да, сегодня делали генеральную уборку. Вот мои куличики вот такие вот красавицы. Единственное, что за яйца расстроила, что нет ни такой красоты, как я хотела. Ну, ничего. Вот, это я делала шапочку, это желатиновую, а это мне не хватило, получается. Рецепт предназначен, видно, только на 6 пасочек. Вот, а 2 уже добавляла белковую. Ну и красота. Мою уже этот один съели рулетик. Так что вот почему я вам и сказала, что мне нужно за час выпекать, потому что нельзя, чтоб стояла. У меня вот такая красивая салфеточка. Это вот такая работа Макса мамы. Она у нас умничка, такие золотые ручки у нее. Вот. Вот. Ток красоты. Вот. Все. Отчиталась. Показала. Вот. И теперь смело уже могу идти этот одевать в постель. Я сегодня все сняла, все перестирала. Мальчишки свою одели, а я себе еще не одела. Целый день вот так вот на кухне, вот это вот целый день. Целый день то котлеты пожарила, компот сварила, пока салат резала, пока разобрала холодец, вчера сварила. Ну, так был горячий, думаю, не буду горячее разливать, пусть стоит до утра. Вот. Утром уже его быстренько тудым-сюдым, и вот так вот. И вот так вот мой целый день. Вот. Что, все, буду теперь отдыхать, не знаю, какое там получится по размерности у меня видео, потому что сегодня не включала практически камеру, только там такое, как показала, как подошли пасочки, да, ну вот в таком вот плане. А так ничего не снимала, рецепт на камеру не снимала. Вчера рулеты я когда тоже пекла, я тоже не снимала, я не думала, если честно, что вам будет интересно. Там уже смотрю, девочки только что взяла телефон в руки, смотрю, там писали мне в этот в Инстаграм в личку рецепт.
этих рулетов. Девчонки, простите, но я не снимала. Я могу вам просто написать рецепт, ну, так вот от себя, но видео не будет, потому что как-то думаю, да кому оно надо? Ну, вот так вот, видите, оказалось, что надо. И, кстати, я просто еще чего сейчас не снимала, я этот раз пекла рулеты по новому рецепту. У меня много-много лет было, ну, один это, я его не меняла. Вот, и этот рецепт мне дала моя мама, по которому вот это я этот раз делала, и я поняла, что это лучшие рулеты, они такие вкусные, они такие вот, ну, мокренькие такие, знаете, но очень вкусные, так что я решила, что теперь этот рецепт упадет в мою копилочку и буду делать пока не столько такие рулеты, до тех пор, пока кто-то не переманит опять каким-то новым рецептом, а еще лучше, вообще. Вот, после праздников это точно, никакие ни рулеты, ни хлеба, ничего, все, потому что то ли мы увеличиваемся, то ли вещи усыхаются. Ой, все, ребятушки, вам всего-всего хорошего. Вот, с Пасхой буду вас уже поздравлять завтра. Не хочу вас заранее поздравлять с наступающим, потому что хочу именно завтра сказать вам все-все-все свои теплые слова, те, что я вам хочу пожелать. А сегодня я вас крепенько обнимаю. Всем пока.